Алексея Козлова. Всем доброй ночи. Здравствуйте. Всем с наступающим Новым годом, друзья. Надеюсь, настроение у вас отличное, и вы готовы насладиться прекрасной, хорошей, качественной музыкой. Сегодня здесь. Итак, друзья, мы начнем. Я хотел бы сказать спасибо нашим диджеям, диджей Soul, диджей Frost. Давайте им отдельные бурные аплодисменты. Мы начнем с инструментальной композиции, с красивой, зажигательной. Что? А, у нас что-то тут. В общем, пока у нас какие-то технические замирочки, друзья. Хочется всем сказать, что вот-вот уже наступит скоро Новый год. Да? Друзья, кто где отдыхает? У кого? Кто в Москве? Кто не в Москве? Прекрасно. А, друзья, в общем, кто в Москве, если 1 числа вдруг вы будете в Москве, 1 числа ночью мы также здесь соберемся. Это будет дополнительный эксклюзивный джем. И, собственно говоря, если вы сюда ходите постоянно, а кто сегодня здесь, кстати, первый раз, поднимите руку, пожалуйста, кто здесь сегодня первый раз. Прекрасно. В общем, друзья, если вам понравится, вы получите эстетическое удовольствие, то мы вас всех ждем здесь 1 января. На, так сказать, вот как это сейчас все называют, там, похмельный концерт, похмельная вечеринка, опохмельная. В общем, у нас не опохмельная, у нас будет музыкально-вытрезвляющая, как бы. Будем изгонять из себя алкодуха. И, собственно говоря, так и будет, да, Владимир. А, ну что ж, готовы ли мы? Есть что-то там? Слышно бас-гитару у нас? Не слышно? Окей. А, друзья мои прекрасные, сегодня у нас еще ожидается специальный гость. Если кто-то следит за информацией, которая вывешивается периодическим образом в группе ВКонтакте, которая называется также просто GlavPostJam, сегодня было объявлено, что будет special guest. Загадка, там тролливали, в общем, интрига была запущена. Сегодня будет такая группа, если, может быть, кто-то из вас знает, называется она Magic Cool. Знает кто-нибудь такую группу? Из города Санкт-Петербург, да. Ребята, в общем, с проездом, и они, кстати говоря, будут в новогоднюю ночь на Тверской, там будет огромный фестиваль музыкальный, они будут тоже там радовать население. Вот, сегодня они подъедут, только чуть-чуть попозже. И, собственно говоря, все произойдет. Все вот эти композиции, которые вы знаете и любите. И я надеюсь, что мы готовы, и все прекрасно у нас. Первая композиция, которая прозвучит, называется Always There. Всегда там. И мы начнем, друзья. Всем хорошего времяпрепровождения. Ура! Поехали!
Итак, следующим номером нашей программы будет вокальный супер-мега-хит. И для исполнения этого супер-мега-хита я бы хотел пригласить на сцену человека с очень интересным экзотическим именем. И зовут его Дали, друзья. Дали Садаров. Дали, где же ты? Если ты не в Дали, то, пожалуйста, к нам выходи. Ну вот, в общем, пока идет к нам Дали. Друзья, всем еще раз доброй-доброй ночи. Здравствуйте. Я вас приветствую здесь, в клубе Алексея Козлова, на мероприятии, которое называется «Главмосджем», друзья. Мы здесь собираемся каждую пятницу, играем, общаемся, веселимся, в общем, проводим прекрасным образом время. Если вам здесь очень понравилось, то мы ждем вас каждую пятницу, приходите, пожалуйста. Итак, где же наш прекрасный человек? Ладно, пока наш прекрасный человек идет, есть у нас еще один более прекрасный человек. Эрик Холматов. Пойдем, пожалуйста, споем супер-мега-классную веселую песню.
пока вдали, где-то вдали, мы вызовем Эрика Хамадова и сыграем композицию, которая называется Cold Dark Time. Друзья, господа духовики, я думаю, что вы все ее определенно явно должны знать. Тональность у нас простая, абсолютно прекрасная, называется она ля мажор. Итак, Эрик Хамадов. Друзья, давайте поприветствуем артиста. Вот наш прекрасный Эрик. Разбави, открыть, пожалуйста, этот микрофон, друзья. Раз-два-три, раз-два-три, можно чуть-чуть его полегче, мониторчик, раз-два-три, достаточно. Эй, всем привет! Даже можно немножко чуть-чуть потише. Что у нас тут начинается? 100% потише. Эй. В общем, композиция Cold Dark Time, друзья, Эрик Холматов, поехали! Thank you.
способами ее нащупывать посредством музыкальных вибраций, которые доносятся из музыкальных инструментов. И я бы хотел пригласить нашу духовую братью, весь наш этот прекрасный духовой оркестр, чтобы он поднялся на сцену и мы, так сказать, нажали все нужные нам ноты. Вот, господа, дорогие. Итак. Друзья, скажите, пожалуйста, как настроение у вас? Все ли у вас хорошо? Как-то не очень. Все ли хорошо у вас все-таки, ребята? Ну, да? Все нравится? Все классно? Ну, классно, ладно. Раз так, то хорошо, ладно. Я думаю, что просто все вот эти вот прекрасные, замечательные люди, они уже ищут быстрее, где главмоджем, где же всесильный найти главмоджем, а я вам скажу, где найти главмоджем, где, знаете где? В Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, группа так и называется, главмоджем, друзья, мы молодая фирма, только начали развиваться, у нас успешный проект есть, зарубежные инвесторы, в общем, все на мази, все классно, нужна лишь ваша поддержка, если вы выкладываете видео, друзья, ставьте хэштег главмоджем, по-русски, по-английски, лучше глав. Лучше еще третий. Можете поставить, как Юрий ставит. Заебись. Это тоже хорошо. Или зачет, или круто, или классно. А самое главное, друзья, самое-самое главное, что вы можете подарить всем тем, кто на сцене, вместе с вами, а ведь это для вас, друзья, вместе с вами. Без вас этого бы ничего не было. Вы представьте пустой зал. Как это могло бы быть? Ну никак. Так вот, самое главное, что вы дарите, что у вас есть и что у вас получается лучше всего, это аплодисменты. Громкие, продолжительные, бурные и несмолкаемые. Спасибо, друзья. Красавцы, это та музыка, которая звучит из ваших ладоней, из ваших уст, в общем, отовсюду. Ну, в общем, поиск точки G сейчас начнется. Ура, я пошел к гримерке. Да, пока Володя из гримерки ищет точку G, у нас тоже все готово, и мы, пожалуй, можем уже начать, да? Ребята, у всех считка с места пятерка, да? У всех. Ну все. А Саша вот знает наизусть, да? Тоже подглядывать будет. Ну хорошо. Александр Абрамов вот на саксофоне, друзья, у нас сегодня здесь гостя. Представитель прекрасной группы. Я могу Red Hot Chili Peppers говорить. Вот. Все? Все у нас в сборе, да? Вы готовы, друзья? Послушаем хорошую песню. Поехали. Thank you.
Нащупал точку G у себя где-то в организме. Нужно! Прекрасные друзья! Наши замечательные диджеи, которые немножко тоже вписались в нашу ситуацию. Итак, дорогие друзья, следующая композиция, которая прозвучит, будет называться наконец-то уже Golden Lady, друзья. Песня. А знаете такого композитора, певца, пианиста и вообще прекрасного
человека Стиви Уандер, друзья. Поднимите руку, кто знает, кто такой Стиви Уандер. Вот, прекрасно. Ну, в общем, кто не знает, тот сейчас узнает, я надеюсь. И сегодня Стиви не смог приехать, а приехал тот человек, который из Дали, и зовут его Дали, друзья. Итак, вот такой вот каламбурчик прекрасный получился. И вот, собственно, Дали, ты можешь использовать этот чудесный... Можно чуть-чуть его направить микрофон в монитор, да, прекрасно. А, вот этот микрофончик. Композиция Golden Lady такая, знаете, ненавязчивая, слегка, наверное, весенняя какая-то, что ли. Ну, в общем, романтическая. Итак, композиция Golden Lady и Дали Садар. Садар. Все! Садар. Садар. Все. Поехали. Песня Golden Lady. Ура! Как настроение? Мой творческий путь, еще не начавшись, кажется, сейчас завершится. Как ваше настроение, ребята? Я немного болею, поэтому будьте готовы к тому, чтобы давать петуха. Хотя, честно говоря, я делаю это даже, когда пою в здоровом состоянии. Come on. Thank you.
Виталий Сафаров сегодня здесь, на главном сцене. У нас в гостях. Давайте ему поаплодируем за композицию «Голубой леди» Симона. Спасибо, Дарик. Он к нам сегодня еще, я думаю, зайдет. Но не сильно, в смысле, а Дарик. Итак, дамы и господа, всем еще раз доброй ночи. Вы на главном сцене в клубе Алексея Козлова. Всех приветствую, кто вновь прибыл. Кто ничего не понимает, тот молодец, потому что мы тоже ничего не понимаем. У нас здесь просто хорошая тусовка, прекрасная музыка, отличные люди, хорошее место, прекрасный, замечательный парк. Итак, друзья, у нас небольшая пауза, минут 15-20, которая заполнит собой хорошие наши вот эти прекрасные люди, которые стоят за своими вот этими приборами, так называемыми диджейскими вертушками. Диджей Сол и диджей Франс сегодня здесь у нас на Клафоншеве. Давайте им отдельные аплодисменты. И сейчас они вас немножко растрясут, растревожат, кто уже засиделся, заслужился, погустал. Вот, кто не устал, тот молодец. Всем хорошего настроения, друзья. Понеслась. Продолжаем. Здорово. Ну, собственно говоря, мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Композиция, которая сейчас прозвучит для вас сегодня здесь, называется Ask Me Later. Спроси меня позже. Я бы хотел за барабанами увидеть нашего прекрасного друга. Ренер Родригес. Сегодня здесь у нас в гостях на Лафоджире. Да. На барабан. Он сейчас идет. Вот. Итак, песня Ask Me Later, и мы начнем. Я надеюсь, все готовы, у всех настроение прекрасное, друзья, да? Здорово, дайте шуму, что вы здесь, что вы ждали, что вы готовы с нами сотрудничать, все как бы эмоционально, вот всячески двигаться. Ура, прекрасно. Мы начнем. Поехали. Что-то гудит. А сейчас? Все, успех? Успех. Ура! We'll be right back.
Thank you.
сегодня здесь, могу обозреть. Вы отдельно, наверное, супер. Итак, следующая композиция, которая вас сейчас прозвучит, будет исполнена нашим сегодняшним уже выступавшим персонажем. Его зовут Дали Сатаров. Дали, пойдем. Композиция называется... Композиция называется What the Fuzz, друзья. И ее автор, человек, о котором мы сегодня уже упоминали, в стиле, не побоюсь этого слова, Wonder. Вот, кто знает Стиви Wonder, поднимите опять руки. Молодцы. А кто узнал о том, что сегодня здесь Стиви Wonder исполняется, и кто такой? Да, серьезно, это вы? О, класс. Ну, собственно, для этого мы и собираемся здесь, друзья, чтобы делиться друг с другом полезной, различной, хорошей музыкальной информацией. Вот, собственно говоря, композиция What the Fuzz. Константин, у нас сегодня есть супер, вот здесь диджей. Константин, его зовут? Диджей Чен. Диджей Чел сегодня у нас здесь в гостях, он со всеми этими приборами. Он сегодня еще, в общем, пожужжит, поскричит, в общем, сделает нам, как это, вот, знаете, там, я сделал, лечь, я убрал, воу-воу-воу, да, джиги-джиги-джиги. Вот эти все ситуации. Итак, Стиви Вандер, Дали Сатаров, Диджей Чел. В общем, все у нас тут на районе собрались, и мы сейчас сыграем эту композицию. Какой это анализ, Константин? Соль. Прекрасно, поехали.
ты же чел. Can't stop the feeling, друзья. Тональность до мажор. Ну, соответственно, знаете меня, да, такой Джастин Тимберлейк. Кто знает, кто такой Джастин Тимберлейк? Поднимите руку. Что вы там, граждане, не знаете, кто такой Джастин Тимберлейк? Не знаете? Ну, тогда сейчас узнаете. В общем, сегодня у нас есть в гостях Дмитрий Тимберлейк, Капустин. В общем, вот он сейчас нам... какой же нафиг, я перепутал. Опять, второй раз, извините. В общем, Дмитрий Капустин, композиция, друзья, простите, я всех перепутал, я сам себя перепутался.
числа, 1 января, мы будем делать все то же самое, только немножко лучше, если вы придете. Если вы тоже сделаете немножко лучше, ведь это поможет. И 5 января тоже. Все, короткое объявление. Не реклама. Да, друзья. Петр, можешь, пожалуйста, Петр, прости, пожалуйста, Петр, наш супер-супер-супер-режиссер, сделай, пожалуйста, Артур, не отвлекай меня, сделай этот микрофон чуть-чуть потише монитора, ибо рэп просто убивает наши уши и, соответственно, наши мониторы тоже. Да, друзья, в общем, мы позиция сейчас в рэпе, я прошу прощения за эту небольшую ситуацию, но она тоже очень веселая, зажигательная, позитивная, и вот эти все слова на вот эти буквы. Итак, да, Сергей, вы готовы? А вы готовы, друзья? Потанцуем еще вот так, типа, в стиле немножко диско, такое веселое, да? Там 80-е что-то, да, подобное, там, или какие там годища? Какие годища там происходили? В общем, 70-е. Лохматый 79-й год, вот, и мы начнем. В общем, все просто, да? We'll be right back.
друзья, Дмитрий Капустин сегодня у нас в композиции, это замечательный. Итак, скажите, пожалуйста, Анжелика, здравствуйте. Готовы ли вы исполнить композицию прекрасную? Готовы ли вы, да? Итак, чудесно. И я бы хотел сказать огромное спасибо Илье. Илья Родригес на барабаны для вас сегодня, друзья, здесь, на главном шлеме. Давайте отдельно персе этому парню прекрасному, просто отличному. Итак, Павел, нам возвращается Павел на барабаны. И я бы хотел пригласить на сцену Анжелику Россиян, которая сейчас для вас поет прекрасную, друзья. Наверное, одну из первых медленную относительно и очень громкую композицию на сегодняшнем нашем мероприятии. Но мы, как бы сейчас, знаете, потихонечку медленно переходим типа на лирику, да? Все уже такие наслушались, все наелись, вот сейчас у нас будет лирика потихонечку, да? Скоро начнутся медленные танцы, обнимание, вот это все знакомство, целование, да, вот это все. Скоро начнется, да? Итак, я же считаю, да, так должно быть. Итак, композиция, которая называется «Этот мир». «Этот мир», вот, знаете, да, вот это место. Да, придуманы, да, и сейчас мы ее сыграем, да, вы не в курсе. Ну, по ощущениям. На мьюзе. Надо, Сережа, надо. На мьюзе на одной струне, знаешь, там кем-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Вот так обычно гитаристы делают, когда не знают, что играть. Итак. В общем-то, позиция «This World» и что? Кто? А, ты. Хорошо? Ну что, есть у нас понимание этой композиции, друзья мои? Пока происходит понимание, да, граждане, хочется сказать, что мы увидимся с вами уже достаточно скоро. Если вы здесь первый раз, и вам все так очень мило и уютно, и душевно, и понравилось, то встречаемся с вами в ночь с 1 на 2 января, друзья. То есть с 1 на 1 встречаем Новый год, и встречаем еще раз Новый год с 1 на 2 здесь. Января. Вот. Так что ждем вас, приходите. И кто еще не насытится, встречаем встречами Нового года, то можно встретиться еще здесь 5 января. Соответственно, там же 00 часов. С 5 на 6 каждую пятницу, друзья, мы здесь. Поэтому всегда рады вас видеть, приходите, будем радоваться вместе. Итак, композиция «This World», и мы начинаем. Поехали. Вы можете танцевать. Как у вас настроение? Все у вас это, об этом спрашивают, конечно же. Но я думаю, что на главном джеме не может быть плохого настроения, правильно? Thank you.
Забирайте горький шоколад. Вам пожалуйста. Он с мясом, с
миллионами вчера. Горький шоколад, пас. Это мы как раз Брянский сыграем. Привет тебе, Адагирик, от всех нас самое важное желание. We'll be right back.
Monday. Секунду, я разговариваю здесь, я не... Подождите, секунду, вы сейчас все скажете, я хочу сейчас говорить, и вы скажете спасибо, Артур, секунду. Да, конечно, говорите, пожалуйста. В результате дружеской дискуссии... Что за... Да. Короче... Алексей Минченко, друзья, с композицией «Эх, мусорок». Спасибо. Вот, продолжим эту композицию Артура Дам. Он хотел сказать всем спасибо. Давайте ему отдельное спасибо тоже за этот прекрасный джем. К нему присоединился Эрик Калматов, тоже прекрасно джимовал, так сказать, жизнь размерена. Друзья, я хочу сказать всем огромное вам спасибо, что вы все это выслушали, что вы были с нами сегодня весь вечер, всю ночь. Вот, и сыграем мы последнюю заключительную короткую композицию. Все-таки, которую я сегодня называл. Да? Ну вот эту, популярную от соединения меня и моей мамы. Да? В общем, композиция называется «Can't Stop the Feeling». Все-таки мы ее сегодня изобразим ее сегодня все-таки негромко, тихонечко, быстренько и красиво, друзья. Да? Послушаем еще одну песенку и... Нет, ну... Давайте, все, одну песенку, друзья, последнюю. Эрик Калматов ее запоет, данный до мажор. Поехали, друзья. Are you feeling tonight? Hey! Are you feeling tonight? It feels good! Hey! Make some noise! Make some noise! Thank you.
can't stop the feeling, can't stop the music, can't stop all this shit. В общем, друзья мои, на этой позитивной, прекрасной композиции, да, мы выходим все на общий поклон. Ребята, спасибо всем вам огромное за то, что вы сегодня здесь были с нами. Мы вас ждем 1 января, ну, с 1, в ночь с 1 на 2. В общем, у кого есть желание и кто, кому понравилось, чтобы в Москве приходить, мы вас всегда ждем. Вообще, в принципе, каждую пятницу мы здесь. Вот, спасибо огромное, дорогие гости, вам огромное за то, что вы сегодня здесь были с нами. Вам огромное гран-при, друзья, я вам лично аплодирую. Спасибо вам большое. Приходите сами, приглашайте друзей, если вам нравится подобный формат мероприятия. Мне кажется, это очень прекрасно. Спасибо всем музыкантам, всем артистам, ребятам, всем вокалистам, всем отдельно. Гранд Мерси сегодня для вас. Были Константин Макеев на бас-гитаре, Сергей Конихов играл на, собственно, Коньков, блин. Сергей Коньков играл на гитаре сегодня, да, я прошу прощения. А на барабанах сегодня нас радовал Павел... Роман Куликежев. Простите, друзья, у нас сегодня просто у него был дебют, давайте его тоже поздравим всем. И Рамир Родригес, естественно, у нас тоже сегодня здесь играл на барабанах, друзья. Итак, у нас сегодня здесь был Александр Абрамов на саксофоне. Ура, 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 ура. Ему отдельная гранд-мерси за то, что он тут молодец такой. Создавал. Илья Шумаченко, где-то у нас здесь тоже играл на саксофоне. Иван Акатов у нас сегодня здесь играл на трубе. Еще было много друзей. Пацаны, всем огромное спасибо. Спасибо всему звукоцеху, светоцеху. Ребята, Андрей, Иван, Сергей, по-моему, да? Да, Сергей, вот, я вас вижу. Так же, как и вы, наверное, меня. Итак, огромное спасибо всем работникам клуба Алексея Козлова, друзья, официанты, бармены, администраторы, охранники, повара. В общем, всем вам отдельное спасибо. Друзья, меня зовут Слава Быстров. И я хочу еще вам одно сказать, что у нас есть диджей, да. Диджей Франц сегодня для нас. Друзья, спасибо ему отдельное. Диджей Сол, Владимир Солдатов. Сегодня здесь тоже с вами разговаривал, читал рэп, включал музыку. Диджей Чел, друзья, сегодня у нас еще есть дебют. Диджей Чел, давайте мы отдельно его поаплодируем за то, что он принес с собой кучу инструментов и нам сделал интересные сегодня здесь тоже экспириенсы. Друзья, в общем, всем вам огромное спасибо. Еще у нас есть фотограф, кстати, Валентин Монастырский, наш постоянный фотограф, друзья. Все фотографии как бы к нему. Если себя не нашли, пишите ему в личку и спрашивайте, где же я? Я же такой красивый, почему меня нет? Вот, он вам ответит на этот очень часто задаваемый вопрос. В общем, друзья, меня зовут Слава Быстров. До следующей, с наступающим, кстати говоря, да, всех Новым годом, друзья, ура! Вот, если кто будет в Москве, то приходите там в Тверской, ночью будет очень много всего интересного, всякие концерты различные, да? В общем, всех с наступающим Новым годом, всем счастья, радости желаем, всех целуем, обнимаем. Меня зовут Слава Быстров, друзья, до новых увлекательных встреч, увидимся 1 января. Передаю трубочку Владимиру. А вы никуда не расходитесь, потому что у нас еще очень хорошая песня. Мы хотим вам подарить мелодию, друзья, и мы вам его дарим. Да!